ожидал такого. Вопрос. Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в My Singing Monsters. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Ну что же, ребята, дождались. Новое обновление мне там сказали. Я такой подумал, блин, ну сейчас, наверное, не сегодня буду записывать, потому что... Но там вроде как есть халявный монстр, поэтому let's go. Let's go. Ребята, откроем мастерскую эфира. То есть у нас новый остров, ребята. И поглядите, блин. Остров эфира, а есть мастерская эфира. Блин, музыка такая прикольная. Ну погнали, перейти. Сервера реально перегружены, что ли? Воу! Добро пожаловать в мастерскую Эфира. Это секретная лаборатория, спрятана внутри острова Эфира. Используют революционные здания, чтобы использовать возможные настройки синтеза и воплощать в жизнь ранее невозможные эфирные гибриды. Зайди в меню «Помощь», чтобы узнать, как заселить этот остров. Так, ну, замечательно. Давай, а там уже есть, реально там есть халявный! Вон он! Что это такое? Погоди. Мне сначала показалось, клубничка какая-то. Так... А, вот так и живет вторая половина в буквальном смысле. На протяжении всей зарегистрированной истории монстров класс эфириалов ограничивался одиночными и двойными элементами. До основания мастерской, расположенной внутри острова. Так, ну, в принципе, тут нормально, ребята. В принципе, можете почитать, что я буду, да, вам. Красиво все это, понятное дело. Так. Как поселить монстров в мастерской? Да сейчас поймем. Погодите, ребята. Помощь, это, конечно, замечательно. Задание. Так, откроем мастерскую эфира. Есть, ребята. У меня этих осколков, если честно, просто офигеть, как дофига. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, круто. Такс. Ну-ка. Ой, дружок. Трехэлементный притом! Да ну нафиг! Слушай, ну круто. Воу! Ну, такие монстры, конечно, офигеть! Разместить. Так. Давай, малыш. Эта палочка, я так понимаю, неспроста, ребята. Нифига себе! Кто ожидал такого? Вопрос. Монстр сам милашка, а звук вызывает мурашки. Вот это спиннер. Вау! Слушай, мурашки он реально. Слушай, погоди. Это капец, если честно, закрыть глаза, представь, что ты в каком-то лесу, я не знаю, ночью, и прикинь, вот это вот где-то сзади вот этот звук разносится. Капец. Так, накормили мы, конечно, ребят, не переживайте, еду, если что, восстановим. Но тут, я так понимаю, монстры вообще, что ли? Поскольку они жрут-то, ёкарный бабай, что-то дофига, блин, кушаете, господа мои, хорошие. Ладно, найдем еду, ничего страшного. Все будет хорошо, ребята. Офигеть, это как будто, знаешь, маленькие амогусы, посмотри на это. Амангас? Как будто скафандр. Так, ну давай поглядим, что это вообще такое. Тюнер настраивать. Настройка острова. Мебы. Ничего себе, блин. Так, 5 часов, 10 часов, 20 часов, 20. О-о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 . Подтвердить. Так, ну я в принципе-то могу, смотри. То есть как бы это. Ага.
Так, во-первых, ребят, давайте, улучшим. Я думаю, стоит, да, полюбасу улучшить. Все. Слава богу, валюты у нас тут дофига, если что, ребят. Так, что у нас еще есть? Также синтезировать, вот. И, возможно, монстров доступно. Угу. Понимаю. Так, ладно. Ладненько, ребята. Дальше настраивать. Смотри. А как я понял... Как я понял, нам как раз надо... Вот, дружище, ты именно кто у нас? Ну-ка, сейчас, секунду, ребята. Ага. Все, понял. Ну, кстати, Мибикин получил свое название из-за более чем среднего сходства с тварями-мибами, необходимыми для специализированных процессов мастерской. Вместо того, чтобы набираться на тюнинг, тщательно подбирается пара, которая садится на оба конца специальной дубинки, сделанной из... Канных волокон. Ловко и гимнастически вращая дубинкой над головой, способен выманить потусторонние стоны и полоскания изо рта мебы. Но не волнуйтесь, твары не чувствуют себя некомфортно. Скорее наоборот, трехэлементный эфирный монстр, любящий ответственный смотритель. Это как Рик и Морти, похоже, уже плюмбус какой-то у нас тут образовывается. Так, ладно, понял я вас. Я вас понял. Так. Ну, давай попробуем настроить. Сейчас, ребята, значит, кто нам нужен? Ну, так. Этот получается, секунду, вот такой и такой, да? А мы сейчас с тобой попробуем вместо... Сейчас. Секундочку, ребята. Да, я понял. То есть мы с тобой давай, наверное, сделаем как? Такс. Так, подтвердить. Настройка продлится 10 часов. Ну, подождем. Мне самому интересно, если честно, что из этого получится. Это прикольно, друзья. Прошло время, и слушай, у меня реально получилось. Я просто настроил, и все. То есть смотри, мы что делаем? Вот, например, синтезируем как? Например, вот этого, да. Да. Не, надо, знаешь, какого-нибудь новенького, наверное, все-таки 20 часов. Давай, помощь. Так, погнали. Пусть 20 часов, короче, синтезируется. Все, отлично, ребята. Ну, я вам хочу сказать, вроде как монстрик у меня получается. На это уже будет в следующей серии, ребят. Надеюсь, получится. Да должен. Вроде как он что-то там есть, ребята. Ля, ролик. Это что, ролл? Ладно, окей, ребята, ну, чтоб хоть серия уже вышла, потому что и так уже сколько времени прошло, мы должны с тобой сейчас в святилище магии, и там у меня получился монстр. Давай, выводим его. Ребята, выводим. Тыкс, и грибочки у нас какие-то тут, смотри-ка. На яйце. Мушабум! Еще себе, блин! Капец. Жесть просто у него, сколько грибов. Окей, разместить. Ну давай, дружище. Грибочек ты наш. Покормим тебя, дружище. Какой маленький. Он, знаешь, на этого воробья похож. С Парабей же. Там, да, был? Погоди. Нормально там грибочки фигарят. Так, что по заданиям, кстати, ребята? Давайте. Убираем. Ну, слушай, ну неплохой такой монстрик. Но у нас уже так много монстров, что, видишь, как бы сливается прям мелодия. Но это и круто, ребят, что не прям выделяется это. Блин, прикольно. Так, ну давай посмотрим, ребят. А на волшебном святилище не так много естественной растительности, только несколько миниатюрных рогов. И
кожных наростов. Вот тут-то и пригодится Мушабу. Его родословная по линии феи наиболее ярко проявляется в составляющих его элементах. В микологическом зверинце дерзких грибных барабанов, слушать которые так же впечатляет, как и смотреть на них. С некоторых, возможно, неоправданной уверенностью мушабумы полагают, что они смогут выращивать святилище всевозможные растения, а именно сирень и лютики. Блин, как мило. Слушай. Давай, дружище, раз. Ну тут, ладно, по лакомствам все это будет нормально, ничего страшного. Этот не так много хотя бы хавает на самом деле. Вот как-то так, друзья. Не, ну мы, в принципе, что? Да, наверное, на этом закончим серию, чтобы она уже побыстрее вышла, ребята. Вот. Ставьте лайкосики. Следующая должна тоже побыстрее. Там мы хотя бы два монстра тоже выведем, ребят. И, блин, мастерская эфира. Это очень круто. Это очень круто, что они новый все-таки остров добавили. Блин, это очень радует меня. Обязательно ставь лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братик.